диалог вот в этом социальном пространстве не позволяет нам сделать полноценную рефлексию, сконструировать локальную идентичность города, региона, страны, а самое главное, двинуться вперед, что-то придумать новое. Если бы я спрашивал, что за последние 25 лет наша страна произвела новое, то, что завоевала, действительно новое, произвела, придумала и произвела за последние 25 лет, и то, что действительно завоевала кроме йоги, там, графена, сгущенка, автомат калаш, я знаю весь этот спектр, потому что во всех 80 городах, где мы об этом говорили, все пытались вспышкать, но что-то не сказал. Я вам подскажу, единственное, что действительно новое родилось ранее. Мы делали полноценный анализ, это вот антикафе Ивана Митина. Что значит, что антикафе? Все значит. Вот Ваня Митин синтезировал уникальный социальный формат. Он взял красный уголок советский, место, где можно было бесплатно встречаться, взял кафе европейский, синтезировал из него что-то новое. Советский европейский культурный код. Антикафе. Ты плачешь только за время. Там даже не обязательно есть, там еды нет. И в этом плане вот этот формат, вот как бы единственное, что наша новая страна произвела. Ну, можно еще там поспорить по поводу кучи IT-разработок, но по-настоящему прорывных технологий там раз в артёк. Вирусы все тоже не первые, но можно распознавать. Какие? Сервис? Советский Союз. Действительно уникальный новый. Кто знает Манкеры и Демиурги, кто играл? А кто знает Майнкрафт и Доту 2? Чем отличается от Герои Меча и Магии 3? Очень сильно отличается. Более того, скажем, ни одного фильма, который бы завоевал, прошел бы массовым прокатом, наша страна не произвела. А по массовой телевизионной продукции, в принципе, сейчас оценивается потенциал, культурный потенциал страны. Вот сколько фильмов у тебя прошло в мировом прокате и собрало больше, чем ты потратил на его производство, вот такой у тебя культурный потенциал. Ни одного, я специально смотрел. А Левиафан нет? Левиафан не прошел в массовом прокате, его не показывали в Индии, чтобы люди не стали говорить, да мы так же живем, что русские переживают. Индия посмотрит, слушайте, а чего вы пахнете? Мы все так живем, мы вот трупы свои выбрасываем в море или в речку, которая рядом с нами плывет. И в этом плане не спорь со мной, потому что я сделал анализ, если хочешь поспорить, поспорим в Фейсбуке. Ну, то есть ты просто мне можешь привести пример. В любом случае, здесь даже не смысл в том, чтобы мы должны произвести что-то новое.